Уровень доверия граждан к власти, эффективность решения проблем горожан, повышение доступности общественного транспорта в Химках – эти темы стали ключевыми на еженедельном совещании с главой Дмитрием Волошиным. За минувшую неделю от жителей округа поступило более 1000 обращений. Лидировали вопросы по уборке снега и наледи, освещении придомовых территорий, графику движения транспорта. Глава округа подчеркнул, что всегда уделяет обращениям химчан особое внимание. Я надеюсь, что все так же, как и я, начинают свой рабочий день с просмотра обращений, поступивших за текущие сутки, и с контроля за выполнением решения обращений, которые поступили в предыдущий период. Особое внимание уделили и повторным обращениям. За неделю их было всего 114, в основном на портал «Добродел». Глава поручил чиновникам держать на особом контроле повторные жалобы. Внимание на совещании уделили также повышению транспортной доступности на территории городского округа. В планах на 2020 год запуск нового межрегионального маршрута номер 1274К от улицы Германа Титова до метро Ховрина. По нему будут курсировать 6 автобусов. Чиновники отчитались и о проделанной в предыдущем году работе. Был продлен маршрут номер 3, улица Дружбы, станции Химки до арены Химки, который позволил жителям Новых Химок получить прямое транспортное сообщение с такими социальными объектами, как ЗАГС, арена Химки, детская школа искусства, театр «Наш дом», библиотека. Также на совещании выслушали доклады о работе муниципального МФЦ и МЦУРа. Помимо этого, зачитали тезисы о развитии и поддержке потребительского рынка и сферы услуг на территории городского округа Химки в 2019 году и планах на 2020 год. Так, в торговых точках в течение года планируют установить более 150 камер видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион».